Олексію, втратили очки, ну, буквально за кілька секунд. Ваша оцінка результату? Ну, до последних секунд держался счет равный, и мне игра показалась мне тоже очень равная. Заслуженная была бы ничья, но, видимо, я допустил ошибку, поменяв себя на последние 20 секунд, и, соответственно, получили гол. Результат 3-2. Саме це виявилося от переламним моментом, на ваш погляд. Ну, така самокритика. Ну, видимо, да, потому что посчитал, что свежий молодой игрок добавит больше энергетики в команду, будет больше бегать, чем я, но, видимо, опыт сыграл бы больше роли, чем молодость. Якби була можливість, що б змінило у грі? Оставил бы себя на последние 20 секунд. Дякую. Спасибо.